уже будет что-либо. Академик из Антонова сделал, но вот шайбу одну-то можно забросить, да? Да, возможно, то, что плюс 4 для Щелкова, это слишком большое преимущество, но Санков забрасывает 6-2. Если бы пораньше, если бы не было бы 6-й пропущен, да, то это было бы для Академика Сатонова хорошим подспорьем.